Анастасія Бризгіна – представниця королівської династії легкої атлетики. Мені можна все, нет ніяких там запретів. Яку найбільшу суму призових ти отримала? Це є в тебе хлопець. Було дуже багато такого сумасшедшого. Ти розумієш, що ти приречена на олімпійську медаль? Я хочу стати телеведущою. Легка атлетика – королева спорту. Анастасія Бризгіна – представниця королівської династії легкої атлетики. Настя, вітаю. Здравствуйте. Анастасія Бризгіна – донька олімпійських чемпіонів з легкої атлетики Віктора та Ольги Бризгіних. Має бронзову медаль дорослого чемпіонату Європи у складі естафети 4×400 метрів. У тебе мама – олімпійська чемпіонка, тато – олімпійський чемпіон. З дитинства ти була приречена на заняття легкою атлетикою. Це правда? Сейчас уже понимаю, что, наверное, да, но в самом начале я как бы жила такая немного как бы в своем мире, то есть я знала, что родители спортсмены, достаточно известные, но я даже не понимала, как бы насколько и в каком русле, пока сама я начала заниматься спортом. Для меня было просто вот родители, то есть я с детства, у меня не было любви к спорту. И у меня был активный образ жизни, я занималась различными там танцами, занятиями, но к спорту такой любви у меня не было. Я не бежала на стадион, просто вот была активным ребенком. А в дитинстві тебе там не муштрували, можливо, поїхали на природу, залишили, а ти потім, щоб додому бігла? Не було такого? Ні, такого не було. Родители вообще как бы к младшей дочке относились очень так бережно и не настаивали на занятиях спорта, даже были так немного против, чтобы я искала какое-то другое направление. В одному з інтерв'ю твоєї мами вона казала, коли про молодшу дочку, що Настя хоче бути розумною і красивою, а Ліза хай бігає. Да, это говорила много чего, что хотела быть моделью, юристом, такое еще искала себя. Наверное, это было правда на тот момент, потому что в детстве я не хотела заниматься спортом. Мне хотелось какие-то физические нагрузки, какие-то соревнования, но у меня не было четкой цели, легкая атлетика, какие-то там идти за родителями. Как-то так пришло со временем. А коли з'явився цей поштовх? Коли з'явилася любов до легкої атлетики на такому професійному рівні? Я поїхала на соревнования, на детські соревнования. Мене пригласили в город Одесу і попросили там пробіжати, якісь місцеві від школи. Попросили пробіжати пару дистанцій. Я, звісно, не тренувавшись, проіграла всім, просто все, що можна. І тоді поняла, що мені дуже неприємно проігрувати, ще коли там всі знають, фамилию, сравнивать что-то, и я подумала, как неприятно проигрывать, что нужно что-то делать, чтобы не повторять такого. Ты не умеешь програвати? Болезненно. Сейчас уже более-менее научилась, не проигрывать, а принимать, что спорт – это не только всегда победы, медали, что есть еще какие-то такие спуски, их надо принимать нормально, как опыт, как такой толчок дальше, но не как какую-то депрессию или яму. А кто відпрацював у тебе цю дисципліну професійну, спортивну? Це ж дитинство закладено, скоріш за все. Когда я пришла в спорт, я была очень дисциплинированная. Я опаздывала, постоянно забывала что-то. Это со временем, наверное. В группе тренер дисциплину была очень жесткая. Потом уже, когда я подросла, за какие-то там за забывчивость, за опоздание были уже другие меры, и как-то оно так сложилось. Самодисциплина – это с возрастом. Невозможно там у 13-летнего ребенка требовать, чтобы он все делал по расписанию. В тебе в 13-річному віці вже були думки про юриста. Якби не спорт, ким би ти стала, як ти вважаєш? Вообще, я такая, у меня мысль после спорта, я хочу стать телеведущей. О, коллега. Да, больше такого новостного формата, то есть я хотела... Ведуча новин. Да, ведуча новин. Вообще, я в детстве, у меня была мечта стать моделью. То есть я была высокая, худая, особо там... я как бы думала, что это такая легкая работа, но потом интерес быстро пропал.
потом появлялись юрист, мне хотелось что экономист, но я потом, когда начала чуть углубляться, поняла, что ну, для меня, такого активного человека, это очень скучно. Ты шукала все, где не было легкой атлетики. Да, да, я так не хотела вообще к спорту даже. А чому? Ти бачила, як працювали мама, тато, як сестра працює. Чому ти не хотіла займатися легкою атлетикою? Ні, ну я не бачила. Я вже родилась, коли батьки закінчили спортивну кар'єру, і сестра вже якби уїхала в другий город. Ні, ну я не боялась там труда або каких-то нагрузок. Просто, ну, от, мені не було цікаво. Но поки от сама не почала тренуватися, я ну, не розуміла, не бачила смисла в цьому занятті. Наскільки легка атлетика обмежує в плані харчування, їжі? Що заборонено тобі їсти? А, ну, нічого. Ні, тобто я можеш все їсти? Я... Після змагань шаурму? Ні, такого я не їм. Я пару літ, перший там, коли ще була молодой, скажем так, я очень беспорядочно питалась, там, фастфуд, там, какие-то газировка, ну, то есть все, что только можно было. Сейчас, со временем, последний год, я очень правильно питаюсь, слежу за питанием, у меня нету, как бы, вредных привычек. Ну, я иногда хожу в Макдональдс, могу себе позволить. Ну, так я готовлю себе, когда дома сама постоянно и питаюсь правильно. Мясо, овощи, меньше сахара стараюсь есть. Ну, то есть последний год вообще такой образцовый. Зараз ми знаходимося в манежі, який всі наші запорізькі легкоатлети дуже люблять. А після повернення сюди, от які емоції переповнюють? Во-первых, да, стала действительно база намного лучше. Есть условия для всех тренировок, для функциональных, для силовых, для беговых. Ну, честно, мне нравилось и до ремонта. Это было свое, это было такое... То есть мы здесь столько и работали, и было и плохо, и хорошо, и такие отношения... Ну, здесь все строилось. И отношения с тренером, и дисциплина, и... Победы, провалы, все как бы было здесь, поэтому, ну, дорожку не тронули, не поменяли, поэтому никакой там привыкания или разницы мы не почувствовали. Ну, то есть какой-то новый этап начался, и надо перемены принимать. Но пока еще не сприймается, как что-то родное, как свое. Ну да, еще как бы, в этом манеже мы очень мало, там, около месяца, и такой просто как новый тренировочный объект, еще так мы не перетерлись. От чому, Настю, ну, спринт, от, тато, мама, чому? Це закладено в генах так? Ну да, у нас у всех такой взрывной характер, то есть никакие средние дистанции, это точно. Ну, я выбрала 400 метров длинный спринт, но я еще, ну, как бы мы с тренером думаем, обсуждаем, то есть по поводу 100-200 метров мы не отбрасываем, мы не исключаем их как, ну, как дистанции, которые в будущем будем пробовать. Тебе тато і мама прямо на змаганнях там і познайомилися. От вони. Ти собі якого чоловіка хочеш? Легкоатлета? Не спортсмена. Взагалі не спортсмена. Не спортсмена. А як ти зараз? Є в тебе хлопець? Ні. Немає. А коли взагалі плануєш весілля? Ну, это так. Є якийсь тебе графік, норма? Загадувати нельзя. Ну, у кожного спортсмена я думала там по поводу, ну, как любая девушка, по поводу вот, когда мне удобно было бы, например, там выйти замуж, родить ребенка. Ну, как бы сначала надо кандидат, чтобы был там любимый человек. Естественно, какие-то уже семейные дела, это после второй, я надеюсь, Олимпиады. То есть уже после цикла, когда я уже достаточно про свою карьеру спортивную, надеюсь, какой-то будет уже такой большой опыт. И сейчас, ну, у меня вообще не тот режим жизни, не тот ритм, не те, как бы, как сказать, потребности. Залицяльників багато. Да. Ну, чесно, так, да? Да. А от цікаво, на змаганнях, на міжнародних, коли виїжджаєте в іншу країну, там є якісь такі от хлопці-спортсмени, які прямо на змаганнях там заливають? Ну, да, есть, конечно, везде, и там Instagram тоже это популярный способ. Есть, конечно, но это такое, ничего не перерастает ни в какие отношения, ни в какие там
даже дружеские. Мы, у нас очень много как бы у спортсменов, очень много друзей, каких-то знакомых с других стран. И это классно, поддерживаем такие общения. Есть иногда можно действительно там, когда отдых или отпуск действительно много приглашает приехать ребят с Европы. И приезжали, прилетали к нам просто в гости там с компаниями. Так интересно, спорт действительно такая большая-большая сеть социальная, как можно сказать. Очень много знакомств. Но вот, наверное, ну... Но опять же, это все я полагаюсь на что-то свыше, поэтому так не рассматриваю. А як знайомляться от хлопці зі світу спорту? Там пішли покачаємося чи пішли побігаємо? Як це відбувається? Я не люблю как бы спортсменов, которые начинают разговаривать со мной о спорте. Это сразу табу. Сразу нет. Ну, то есть, понятное дело, обговорить какие-то моменты спортивные, там какие-то планы на будущее, отношения, там, ну, то есть позаимствовать что-то у кого-то. Это да, но обсуждать мы просто варимся действительно вот в этом всем 99% времени. И когда там, ну, встречаешься там с друзьями или с кем-то, там кто-то пытается тебе понравиться, то, ну, я не хочу говорить про спорт. А який найбільш неформатний подкат до Анастасії Бризгіни був? Хто так запам'ятався чимось таким безшабасним? О, було дуже багато такого сумасшедшого. Я не знаю, откуда у мужчин в голові. І замуж звали, і на велосипедах їздили, ну, таке. І в гостиницю приїжджали. Ну, таке, як би... Приятно было с одной стороны, но иногда были такие очень странные поступки. Ты родом из Луганска, да. Вчилася в Киеве, опинилася в Запоріжжі. Чому такий маршрут? Из-за тренера, из-за места тренировок. Если бы Кац Михайлович жил в Киеве, то, естественно, мы бы никуда не переезжали. Я поехала за тренером, приехала, чтобы тренироваться под его руководством, потому что, ну, я к нему перешла, и вот где-то через год-полтора уже начали расти результаты, уже мы поняли, что как бы идем в правильном направлении, и он говорит, ну, действительно, тяжело было дистанционно тренироваться, я еще такая молодая, не знаю, он мне пишет, там, звонит, скидывает планы, я не знаю, как бы, куда себя подать, что делать, как бы, дисциплина. Вот, наверное, тогда тоже дисциплина какая-то выработалась, потому что я понимала, что за мной никто не следит, я сама себе предоставлена, то есть, как сделаю я тренировку, зависит только вот, ну, от меня. И он сказал, через, там, спустя год я выиграла соревнования какие-то, там, уже более-менее взрослые, будучи там юношей, и он сказал, что, наверное, нужно уже работать вместе, непосредственно рядом быть каждый день. И я подумала, что, ну, наверное, оно того стоит, потому что, да, было так тяжело только на сборах. Далі в програмі, скільки шампанського випивають українські легкоатлетки після зароблених медалей, чому таксисти закликають бігати та чи погодиться Анастасія Бризгіна змінити громадянство. А як ти вчишся? Тут у Запоріжжі в коледжі ЗНУ, так ти навчалася? Я закінчила його, і я перейшла вчитися в Сумський національний університет. Яка ти студентка? Які в тебе оцінки? Ну... Чи ти на пару не ходила ніколи? Пару раз ходила. Я дуже очень такая была ситуация, я подавала документы, я решила уйти с Запорожского национального университета, потому что, ну, там были немножко высокие уже требования, и я так не хотела, я училась на физическом воспитании, ну, наверное, не хотела в этой продолжать, как бы, получать образование. Я подала документы в Сумской национальный университет на разные специальности, думаю, ну, подала, у меня были хорошие оценки по там... дисциплинам многим, и уехала на соревнования на все лето. Ну и думаю, позвонят, когда приезжать уже, ну, поступать. Ну, не звонят, и потом позвонили, что я поступила на медицинский. Медичный университет? Медичный, да, он больше связан там со спортом, конечно, ну, такое вот направление идет. И,
Ну, я там редко появляюсь, честно скажу, но сдаю. Даже вот зимой была на сессии, сдала, сама сдала на стипендию. Я даже получаю стипендию. Да. А чому ти досі перебуваєш в якомусь пошуку? Що це? Ти страхуєшся на майбутнє? Ну, мне интересно многое что-то. Я такая очень впечатлительная, когда узнаю что-то новое, с кем-то общаюсь. Просто, ну, кроме спорта, спорт — это, ну, то есть вся моя жизнь, все мое время. Но вот когда такой есть перерыв, и когда там я общаюсь с людьми не со спорта, понимаю, что, ну, вокруг еще есть очень много направлений, где я бы хотела развиваться параллельно, и такое еще поиски идут действительно. У тебе мама олімпійська чемпіонка, тато олімпійський чемпіон, сестра вигравала бронзову медаль Олімпійських ігор. Ти розумієш, що ти приречена на олімпійську медаль? Коли вона буде? О, ну так тяжело сказати, якщо б можна було заказати її. Ну, я себе не ставлю. Понятне діло, як любой спортсмен, ну, у мене самая главная цель — это олімпійський п'єдестал. Но это потому, что это моє желание, не желание продовжити там какую-то статистику или закономерность. Я хочу вот именно как спортсмен, естественно, добиться самой высшей награды. Это олимпийский пьедестал. Ну, помогает, конечно, такое осознание, но, ну, меньше работать от этого не надо, от какой-то такой закономерности. И, ну, это мое желание личное, не связано с семьей. А яку найкориснішу пораду, пов'язану зі спортом, тобі давала мама? Ні, мама не дає советов по спорту. Взагалі? Да, от вони, я їм дуже благодарна за те, що ні мама, ні папа ні разу не... Вони просто зрителі і родителі. Вони ні разу мені не давали, ніколи я хорошо виступала, виигрывала там медалі, коли були якісь падіння. Вони просто родителі. Їм подобається, да. Самая красивая, самая лучшая, но дочка, никаких советов нет. Нет, ну, мама, естественно, когда там звонит, говорит, что, то есть, больше жалеет, как мама, когда там тяжело, все. Ну, советов никаких не было. Розкажи мені про атмосферу в збірній України, коли виїжджаєте на змагання. Як взагалі між собою дружите, чи все ж таки от кожен зі своєї компанії? Ні, у нас дуже дружна збірна, я вважаю. Вона просто дуже велика, ну, дійсно, там около, іноді насчитується там 80 чоловік до 90. Звісно, так всі, ну, тобто не можуть дружити одною великою компанією, але у нас всі друг друга знають, особливо от так от. Больше, ну, от моего возраста, и, естественно, ребята постарше. И у нас дружат, ну, очень многие. То есть нет разделения на какие-то беговые или прыжковые. У нас дружат абсолютно все. Ну, а конкуренция между вами у нас есть? Есть, конкуренция есть. И, ну, вот я действительно, ну, вот мы общаемся 400-метровички. У нас все очень хорошие отношения. Действительно, такие, ну, непоказательные. То есть мы знаем каждое свое дело, знаем, на что готовы. Мы соперничаем, соревнуемся. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но в обычной жизни мы очень хорошо общаемся, там, дружим, смеемся. С некоторыми даже там близко дружим. То есть это нормальное такое. А як святкуєте? От завершилися змагання, наприклад, Європа була, бронза. Як святкували? Був банкет. На кожних таких офіційних соревнованнях є банкет, який устраивають організатори соревновань. І там ми, звісно, коли в чому как бы, такой і плюс, і мінус там, класного виступлення, ти, звісно, на емоціях. Все классно, куча поздравлений, звонков, там, интервью, но ты приходишь как бы вот на банкет уже там, нарядный, там, в платье, все, и как бы хочешь веселиться, а уже внутри такое умиротворение, усталость, как бы такая благодарность за то, что закончилось, уже такой был мандраж, ну, то есть такое немножко опустошение. Но, конечно, да, хорошие результаты отмечаем. З друзьями, зі зборною. Келих шампанського можна, чи більше можна навіть шампанського? Знаєте, після там, дійсно, такого дуже сильного постсоревнований не хочеться там алкоголь вообще просто після всього, как бы, волнення, після роботи, бокал вина, да. Но такого, щоб какой-то отрыв, даже просто нету сил. Может, оно как-то эмоционально хочется вот так вот на этом кураже продолжить, но обычно не хватает сил.
Обіцянки від нашої країни з приводу олімпійських медалей є стимулом для спортсменів? Грошові винагороди, квартири, як це було? Я думаю, звісно, да, це такі приємні дивіденди. Якщо ти виграєш там олімпійську медаль, то ти вже якби, ну, достатньо... Тобі щось винні. Тебе обеспечить, але чи віддадуть? Да. Ти вже якби обеспечений чоловік, тому що, ну, нельзя просто прийти з ніоткуда і стати олімпійським призером, призером олімпійських ігор. Тобто у тебе є вже якийсь там трамплін, там, може, якийсь контракт, або... Ну, то есть, а страна, ну, естественно, вот как вы говорили, то есть честь выступать за нее, ну и у страны должна быть честь за то, что за меня, там, допустим, или за других спортсменов, которые представляют и выиграют медали, естественно, ну, не то, что как бы должна, но, ну да, то есть я отдаю свое время, здоровье, силы и хочу, естественно, взамен, ну, какие-то дивиденды от этого. Настя, давно мріяв пробігтися на одній біговій доріжці з людиною, яка має медаль чемпіонату Європи. Давай спробуємо, ну я скільки зможу, давай не повну дистанцію 60 метрів, хоча б 30 метрів. Ну, там тобі шанс. Ну, давайте. Ну, чемпіон школи проти людини, яка вигравала бронзову медаль на чемпіонаті Європи. На рахунок 1-2-3? Так. Раз, два, три. Настю, ну ти просто тепер зобов'язана виграти олімпійську медаль для того, щоб я сказав своїм друзям, що я біг на одній доріжці з олімпійською чемпіонкою. Я буду старатися. А скажи мені, було таке, що якісь там аматори, наприклад, тобі казали, давай пробіжимося там десь чи на вулиці? Постоянно, це таксисти. Таксисти? Так, коли я там прилітаю куди-то, сажусь в таксі, там з великою, звісно, сумкою, зі всіми цими наклейками. Я не сразу понимаю, что спортсменка, чем занимаетесь. Я сразу так очень коротко отвечаю, легкая атлетика и бегаю. И ну просто 10 из 10, давайте пробежимся. Я в школе бежал, я на соревнованиях где-то бежал, я там, то есть, занимаюсь, давайте пробежимся. Я говорю, давайте в следующий раз. Ну, буду сподеваться, это было на фарт. Отже, успехов тебе. Спасибо большое. Скільки у тебе тренувань на тиждень? Ну, по різні періоди, коли ми на зборах, дві тренування в день, кожен день, крім воскресіння. Ну і четвер у нас є ще такий день. Як ти проводиш вільний час, коли нема тренувань? З друзями зустрічаюсь, по можливості, тому що так рідко бачусь. Хожу по магазинам. Ну, я много чим займаюся, читаю. Коли вдома, я дуже люблю готувати, убирати. Я вдома буваю дуже рідко, на пару там, днів, неділю. Тому так особо і нету часу для чогось. Дискотеки, клуби, такого немає? Вже нет. Вже ні? Да. А коли було? Ну, было, когда вот было такое еще 16-17 лет, когда было нельзя. Вот это было так, когда я жила в Киеве, там, под присмотром. Когда я переехала одна, там, 16 лет, и начала уже жить одна, в там, другом городе, сама, в квартире, я поняла, что меня, в принципе, ничего не останавливает, то есть мне можно все, и нет никаких там запретов. И оно стало так неинтересно, так как-то, поэтому особо так не хожу. Ну, на дискотеках це кросівка і спортивна кофта, чи все ні, ж таки? Ні, ні. Я люблю одягатися. Любиш одягатися? Да. Любиш фотографуватися, судячи з Інстаграму? Да, люблю. У мене очень так іноді жалею, ну, не жалею, що мало времени, постоянно в спортивном хожу, но когда есть там случаи, у меня много брючных костюмов, каких-то платьев, и я стараюсь в повседневной жизни не ходить в спортивном. Ну, когда нет тренировок, понятное дело, с тренировки на тренировку, да, но выходной день я не ношу спортивное. А те, що зараз от Інстаграм, телефон є на змаганнях, це не заважає, тому що обов'язково потрібно сфотографуватися в тій країні, де ти виступаєш? Ну, нет, это уже так стало такой, как бы, частью спортивной жизни. Очень много мне нравится, что такого промоута спорта. Действительно, легкую атлетику раньше даже, ну, мало кто знал в мире.
то есть спорт и спорт, то мало кто знал, сколько там дисциплин, что сейчас очень раскручено в Инстаграме, в Фейсбуке, то есть вот в каждых там соревнований таких заграничных, у них есть своя страничка в Инстаграме, и ты можешь найти там свои фотографии, как ты там бежал, какие-то отметки, кто-то с тобой фотографируется, то есть еще пару лет назад это было, то есть, ну, очень сложно, то есть ты съездил на соревнования, и о них никто не знал, то есть там, как ты выступил. Это было такое лично твое дело. То есть, на комерційних турнірах ти виступаєш? Так, да, виступаю. А яку найбільшу суму призових ти отримала? Ну, не дуже большую. Там до тисячі доларів? Пару тисяч. Пару тисяч доларів. Да. Ну, то есть, не заоблачно. Я така ще як, ну, була, може, ти є молода спортсменка. Я виступаю, і таке велике спасибо моєму менеджеру, що він заявляє мені на старти, то есть в очень сильной компании. То есть я, может, не всегда попадаю там в какие-то вот призовые деньги, но большинство случаев, то есть выходит высокий результат, хороший, который потом уже мне как бы приносит дивиденды и как-то способствует дальше развитию. Ну, есть, конечно, старты, их там немного, где можно приехать лидером, да, и там заработать денег. Ну, это такое. Для тебе честь те, що ти представляєш Запорізьку область, чи для області честь, що Анастасія Бризіна представляє от саме наш регіон? Ну, я не знаю, це, наверное, таке взаимное, как бы, я не знаю, взаимное, даже не выгода, это грубо сказать, взаимное, что ли, такое сотрудничество. То есть для меня честь представлять Украину и Запорожскую область, они очень помогают действительно, ну, то есть сопутствуют в моих тренировках, в моей подготовке. То есть, ну, для меня, наверное, честь. Ну, я думаю, что они тоже, когда я выступаю, им... Ну, я слышу очень много приятных слов и поздравлений, и там каких-то напутственных слов от наших там чиновников, поэтому, наверное, такое взаимное. Про переїзд до іншої країни ти не думала? Думала, ну так, это была такая мимолетная мысль. Нет, я серьезно так, чтобы я не рассматривала такой вариант. Даже были предложения, ну они такие были, то есть я никогда не доводила до какого-то даже обсуждения. Это было все какие-то там письма на электронную почту, может, какие-то там через знакомых, через какие-то средние посредников узнавали, то есть там, номер телефона, просили, обсуждали, но я никогда не выходила на связь, ну, я не считала нужным. Ну, це перший такий олімпійський цикл для тебе, правильно? Да, мы в прошлую Олимпиаду даже не рассматривали, ну, я, конечно, такая, у меня резко пошел результат, и... Поперло резко. Да, это, ну, связано и с взрослением, и с тем, что уже началась такая более серьезная работа, более ответственная, опять же, как бы отношения, и это смена дистанции немножко. И, конечно, амбиций было в 16 году перед Рио куча. То есть я думала, что просто море по колено, но, наверное, организм сказал. Хотела выйти и разорвать одразу. Да, я думала, что, ну, то есть почему нет, если все так идет, но организм, наверное, мой сказал, что надо немножко притормозить. На цей цикл вже які завдання у вас із тренером стоять? Ну, естественно, это Олимпийские игры. Это самое важное соревнование. Потрапити на Олимпийские игры, чи зачепитися за медаль? Ну, я думаю, на первых Олимпийских играх это попасть туда и хороший результат. Это максимум на то время, на которое можно выйти вот на данный момент. Я думаю, за Олимпийской медалью уже надо ехать в более таком осознанном возрасте. Не то, что даже осознанно, а после каких-то уже титулов, там, то есть с малого начинать, с каких-то титулов, чтобы уже зацепиться и не зацепиться, а просто уверенно взять олимпийскую медаль. Дякую тебе, Настя, за розмову. У тебе є подарунок. Зараз, будь ласка, скажи нам питання, яке ти підготувала для глядачів. Подарок – это рюкзак с чемпионата Европы в помещениях в 2017 году. Счастливый для тебя, так? Да, первый медаль. Взрослая медаль, первый чемпионат. В эстафетной команде мы завоевали тогда медаль, стали бронзовыми призерами. И вопрос мой такой. В эстафетной команде 4 этапа
Вот какой этап бежала я в этой самой бронзовой эстафете. Отже, першим, хто у коментарі під цим відео напише, на якому етапі бігла Анастасія Бризгіна, отримає чудовий подарунок прямо із того міста, де відбувалися змагання. Настя, дякую тобі за розмову. Успіху тобі, ну і сподіваюся, що побачимо тебе на Олімпійських іграх. Дякую вам.